Ну, начнем мы со специального предложения только сегодняшнего дня. Итак, сегодня специальным предложением является жилет Мэгги. 3499 рублей. Это отличная цена, учитывая эксклюзивность. Это действительно полный эксклюзив, потому что это новая коллекция от бренда Благов. В этом сезоне бренд представляет нам только современные технологии, я бы сказала, нанотехнологии. И этот жилет выполнен как раз с использованием таких технологий. Мы видим с вами совершенно шикарную кожаную аппликацию на этом жилете. Удлиненный силуэт, самый модный вариант и тот самый, который подходит абсолютно любой женщине. Я с удовольствием выбираю для себя этот жилет в комплекте с брюками. Мы с вами посмотрим, как еще его можно сочетать, но пока предлагаю знакомиться с ним поближе. Итак, Лер, ну тебе очень идет, у тебя прям такой стильный вид. Сразу, вот, знаешь, вот бывают такие вещи, которые заставляют обернуться. Вот я думаю, если ты сейчас выйдешь на улицу, все будут сворачивать голову, точно. Слушай, я тоже в этом уверена, Оль, потому что, конечно, такое предложение встречается далеко не каждый день. Мы с вами знаем, что мода циклична, и в 90-х, в конце самого, мы с вами помним очень похожие модели. Вот сейчас снова возвращение этого стиля. Мы с вами видим снова кожу, но мы с вами видим уже современные технологии. Мы видим, насколько легким кажется этот жилет. Ведь согласись, Оль, если бы он был сплошной, да, полностью из кожи, образ мог бы быть тяжелым, более тяжелым. Да. А здесь таким он роковым. Вот, да. А здесь он совершенно невесомый. Посмотрите, вместе с юбкой Сангри того же бренда комплект выбрала для себя Оля наша этот жилет, и получился вот такой стильный, совершенно потрясающий образ. У нас широкая размерная сетка благодаря бренду Благов, у нас от 50-го, Оль, до какого размера? До 60-го, кстати, правда, отличный размерный ряд. А скидка у нас сегодня действует 1200 рублей, это максимальная скидка, которую мы вам вообще можем предложить. Только сегодня она будет действовать до 8 часов утра следующего дня. Но лучше, знаешь, вот по моим подсчетам, лучше с самого утра делать свои заказы, что касается особенно спецпредложений дня. К вечеру уже не остается размеров. Набирайте номер телефона и заказывайте стильный жилет Мэгги. 3499 рублей. Ты знаешь, Оленька, я сразу предлагаю поговорить о совершенно невероятном качестве, для того, чтобы я потом смогла отправиться на подиум, и мы посмотрели на посадку жилета. Посмотри, обработано все абсолютно четко и плотно, проклейка бортов, это значит, что жилет не потеряет свою форму. Плотное сетчатое полотно и все аппликации на нем пришитые. Посмотрите, это современные материалы. Это эко-кожа, сделанная на трикотажной основе. Тончайшая, очень-очень легкая, при этом совершенно не капризная в уходе. И если бы кожаный жилет нам пришлось сдавать с вами в химчистку, то этот мы можем себе позволить стирать дома. Слушай, ты знаешь, я когда вижу что-то напоминающее кожу, я вспоминаю настоящую кожаную свою куртку, которую я относила ровно 3 года. И протерлись, вот область рукава у меня протерлась. Ты знаешь, это обидно так, столько денег заплатила. И все, друзья, оу, а здесь у нас еще есть замочек, давайте его посмотрим. Совершенно функциональная застежка, очень удобная, очень комфортная, которая к тому же еще и выполняет, посмотрите, функции такого ремешочка, да, то есть акцента на талии, который мы с вами получаем. И при этом, конечно же, она нам фиксирует жилет. Ну что, я предлагаю рассматривать посадку и, главное, стройность для того, чтобы еще успеть и выбрать свой размер. Итак, да. Наш жилет мы можем выбирать двумя вариантами. Можем выбирать размер в размер, как делает сейчас наша Оля. А можем выбирать на размер побольше, как делаю я, например. Ты знаешь, Оль, я вот исходила из каких соображений. Я очень люблю такие жилеты носить на более плотные вещи и носить их с более, ну, такими объемными, да, платьями, свитерами. Поэтому я себе оставила немножечко запаса и взяла жилет на размер побольше. Вы сейчас можете это оценить и посмотреть, что посадка совершенно не пострадала. Только Оля, получается, больше подчеркивается фигура. У меня чуть более свободный прямой силуэт. Итак, два образа перед вами, два варианта комплектов. Вы можете выбрать, например, брюки Марго. Это тоже новинка от бренда Благов. И блузу Персея, конечно, это сегодня
сегодня у нас универсальная вещь, это водолазка, которая идет в комплекте вместе с украшением, вот с этим совершенно шикарным кулоном. И блузу, и брюки, и жилет. Можем выбирать размер в размер, жилет я в данном случае выбираю на размер побольше. Или второй вариант с юбкой, на него посмотрим сейчас на нашей Оле. Она выбрала ту же самую блузу Персея в комплект и дополняет уже юбкой Сангри. Посмотрите, и так получается очень стильно. Да, и так получается бесплатная доставка. Я тоже хочу напомнить нашим телезрителям про бесплатную доставку. Она действует от 4990 рублей. Стремитесь в течение дня именно к этой заветной сумме, чтобы ничего за доставку не платить. Лер, ты знаешь, многие телезрители сейчас задают в колл-центре вопрос, как стирать этот жилет, потому что он такой красивый, ну такой нежный, но сразу кажется, что на него и дышать особо-то нельзя, только химчистка максимум, то аккуратная. Можно, Олечка, стирать этот жилет дома в холодной воде. А лучше делать это в ручном режиме. Конечно же, вот посмотрите, появилась наша Света на подиуме. Она выбрала тот же комплект, что и я, но в другой цветовой гамме. На ней серая блуза Персе, этот цвет называется графит, и брюки Марго, тоже в сером цвете. Хороша черная жилетка, конечно же, всегда тем, что ее легко дополнять яркими красками или более сдержанными. Но еще больше хороша наша жилетка с тем, с как она стройнит любую фигуру. Смотрите, что происходит. Мы с вами получаем, во-первых, вытянутую зону декольте. Вот он, длинный V-образный вырез. И, конечно же, благодаря этому тонкую талию. Верхняя часть получается очень легкой, благодаря тому, что у нас с вами она выполнена из аппликации, да, на сетчатом полотне. Мы облегчаем себе верхнюю зону. Ну, а вот здесь, в зоне бедер, где, как правило, хотим объемы еще убрать, скорректировать, уже плотный, да, материал у нас с вами, плотная эко-кожа на трикотажной основе, таким образом мы и бедра себе уменьшаем. Вот она хитрость, вот он секрет стройности. Ты знаешь, Лер, я обожаю жилеты за то, что они скрывают все вот наши вот эти маленькие жировые нюансики. Но когда надеваешь на себя что-то облегающее, всегда хочется немножечко, знаете, что-то спрятать. Иногда даже утяжку надеваем, утягивающее белье, которое мы терпим на себе целый день. А можно просто жилетик накинуть, и все, смотрите, выровнялось, да еще и постройнели. Ты знаешь, я вот вспоминаю свой такой нелюбимый один жилет, в котором я не любила находиться, потому что подмышками очень пережимала. Скажи, насколько здесь такая глубокая, нормальная человеческая пройма? Нормальная человеческая, права ты, Оль, совершенно хорошая ширина проймы, посмотрите, оставляет нам запас, в том числе, если вы захотите сюда надеть, например, блузу с пышным рукавом, да, не получится вот этого эффекта, когда рукав пережимается, да, и внешний вид страдает. Здесь у нас действительно совершенно комфортно, удобно, жилет невесомый, абсолютно, при этом какой стильный получается образ, какой модный, какой дорогой получается образ, согласитесь, если мы выбираем для себя такой жилет. Скажи, как мы будем его носить? Только вот сейчас, в осенний период, можно ли его надеть, там, например, зимой? Не будет ли холодно в нем? Ну, вот вообще, какие-то рекомендации? Конечно же, сейчас мы будем носить как верхнюю одежду, с водолазкой, с удовольствием, со свитером, да, или вязаным, возможно, теплым платьем. Но и зимой, конечно же, с удовольствием выбирайте для себя этот жилет. Лучше выбирать готовыми комплектами, может быть, с юбкой вы сегодня возьмете, или с брюками. Пусть у вас будет завершенный модный образ. Жилет Мэгги только сегодня 3499 рублей. Это цена с максимальной скидкой. Звоните прямо сейчас, пока все размеры в наличии.